Ну, давайте сначала в Абис сходим. В Абис на самом деле не сильно-то страшно. Кванда Словинга не интересует. Еще мы нашли Potion of Curing и Teleportation свиток. Наверное, вот так вот ходить плохая идея автотревелом. Но, знаете, получается неплохо, я бы сказал. Какой-то лут даже находим. А, это же портал в... Ой, еле убил тентаклю, ты вообще, говорю, не опасно. Вру, на самом деле, вам опасно, здесь ужасно. Сейчас из какого-то огромного портала вылезла огромная тентакля и пыталась нас убить. Последние слова редиски Авабис, на самом деле, не так уж и страшно идти. Да, Ксел, ты прав. Мне сейчас... Я не буду говорить, куда там залезала эта тентакля, где она меня там обвивала, но... Моя поруганная честь, я не знаю теперь, как ее вернуть. Свиток Curse Weapon. О да, то, что нужно. Биться с монстрами я не буду, но их нафиг всех вообще. Тем более, если на них конфьюз не работает. Шли бы они, знаете, куда-нибудь там вообще подальше. You feel yourself glow, а grow ill in the presence of the ancient Zim. Я еще заболел. Ничего, это не страшно, это пройдет. Found a gateway leading out of the Abyss. Я нашел ворота, которые идут из Абисса. Че, я могу выйти из Абисса все же. Правда, здесь какой-то вход, непонятный, кровище кругом. Я, наверное, посмотрю еще здесь. В общем, прощай выход из Абисса. Еще один найду. Так, давайте посмотрим, с кем мы имеем дело. Твистер. Баттерфляй. Хаос, баттерфляй, completely misses you. Что происходит вообще? Ответьте мне. Хаос баттерфляй, он опасен реально. Бабочка хаоса, ясно. Надо где-то отрегениться вообще. Неплохо было бы. Значит, значит, делаем реген, накинем на себя. Хотя накидывать реген на себя плохая идея. Голода много нужно. Ну, точнее говоря, пищи много нужно, чтобы голод побороть, который от этого. Еще одна. Что мы видим здесь? Эльвин Фальчонов Электрокьюшн. Отстой. Не интересует. Алтарь Лугону, скорее всего, я там нашел. Да, это алтарь Лугону. У-у-у. Бабушка Хаоса. Нет, это не бабушка Хаоса. Бабушка Хаоса, это было бы слишком просто. Представляете? Нет, я, кстати, мысль, согласен. Ancient Zim. Заболеваем мы от него. Trash and Horror. Looks easy. А чем как быстрый вообще, а? Не понял вообще прикола, но неважно. О, опасно тут. Еще один выход. А, Gateway Leading Deeper into the Abyss. Это ворота, которые ведут глубже в Абис. Если в них зайти, то Абис станет серьезнее и сложнее. Да и знаете, пока я тут неплохо. В Абисе левелы мобов растут вместе с уровнем персонажа или нет, спрашивает Вайп. Я таких же скачей не встречал, когда Майлкем попадал. Да растут, вот если сюда зайти, то они вырастут там выше крыши.
Пойдем отсюда. Книга. Книга «Лучший друг Спригана». Читаем книгу. Маледикшены. Нет, все есть. Бросаем. Идем дальше. Conjuration поднимается тем временем. Значит, у нас ману выпили, по-моему. Ну, или я, по крайней мере, ее израсходовал. Так, у нас улучшается наше здоровье. Это как, из-за чего вообще? Стоп. Новых же мутаций у нас нету, да? Да, нету новых мутаций. И то радует. Твистеры опасны, могут быть рандомно... могут рандомно крутить, постоянно нанося урон. Я так и гуфнулся, а тентаклей убежать можно, говорит Номахрум. Да, я знаю, что убежать можно, но она нас уже схватить успела. И я не заметил то, что это действительно тентакли, портал, точнее говоря, для тентакли. Руну на первом уровне найти нельзя, только с третьего, разве нет, говорит Марвел. А я не знаю, если так, то это фигово. Убиваем углифингов. Чувствуем, что у нас мана-то кончилась. Без маны очень фигово. Нужно бежать отсюда, не оглядываясь, потому что там тем более лич какой-то появился. Шел бы он куда подальше. Айскраб! Ать! Это даже не айскраб, возможно. Еще какая-нибудь неведомая буйня. Еще раз, что такое эта бабочка хаоса из себя представляет? Хаос Баттерфляй выглядит не опасно. У нее есть уязвимость к яду. Ага. Понятно. Просто ее забиваем руками. Я телепортируюсь куда-то. Что за краб? Краб апокалипсиса. Какой-то хаос здесь. Краб дыхнул на нас хаосом. Яд резистил. Я окутан каким-то яростным ветром. Люркин хоррор появляется рядом. Выглядит вообще хармлес. Хармлес шейк очередной. Убиваем его. Он взрывается. Все наше тело ноет от боли. И мы кастуем регенерацию. Люки, Абис, как я смотрю, говорит Хурдес. Да, Абис вообще изи. Абис такой изи. Изи такой Абис. Так, а что там за гейтвей? И нас внезапно телепортируют в другое место. Я только увидел гейтвей, который там, не помню, то ли из Абиса, то ли в него вел. Ну, неважно, нас телепортировало.
Привет, Айс, говорит Гонбитус. Наконец-то попал на твои стримы. Привет тебе. На этот вабисе развлекаюсь. Зашел, так сказать, проведать, как тут демоны всякие и прочие монстры поживают. Дайс настолько суров, что пошел вабис без резиста к мутации, говорит Веритас. Да. Ну, мутации у нас новых не появилось, и то нормально. Опять в другой регион Абиса меня кинуло. О, хавочка. Прекрасно. Еще хавочка. То, что надо. Ring of Ice. Понятно. Так, чувак, давай там бывай, оставайся. Мне с тобой ничего общего иметь не хочется. Куда пойти-то? Куда податься? We need to go deeper, говорит Линкс. Знаете, идти deeper, это может закончиться очень-очень плохо. Deep into Abyss, Gateway, нашли. Честно, мне хочется уже отсюда свалить, а не deeper идти. Потому что Абис, он такой легкий, что прям слов нету. Меня телепортирует опять в другой регион Абиса. Прощай, портал, который шел глубже. Если бы у тебя было сопротивление к мутации, то в Абисе можно фармить бесконечно, говорит Веритус. Как же руна? Ну фиг ее знает. Руна — это круто, конечно, согласен. Может, другой заход зайти можно в Абис. Я просто чувствую, что если я не подготовленным здесь буду пытаться пройти этот Абис. Ну давайте все-таки попробуем. Ладно, реально, сливаться так сливаться. Я глубже в Абис сиганул. Так. Еще один гитвей, мне предлагают погрузиться еще ниже, но я думаю, не, ну нафиг. Знаете, я еще не понял, насколько здесь опасно. А здесь просто какие-то рыцари, ну, это не так страшно. Ocean паралича он нашли. А это как раз то самое место, из которого тентакль вылезает. До свидания. Все. Она, кстати, еще, между прочим, за нами гналась как-то. Не знаю, как у нее это получается. Но это довольно опасно. Она affected? До свидания. Говорили, говорит Хурдос. Ну да. Жалко редиску, пишет Вайп. Дятел, ноу. Да, все нормально. Нашел в канализации армор плюс 9 армор в Dragon King с резистом к поезду, но к Fire, к Cold, ему Magic Resist, говорит, Глолонг. Да, неплохую броньку-то нашел. Плюс 9 армора, все резисты. Ну, не все, конечно, но большой довольно набор. 27 это макс. 27, нет, инты, например, не максимум. А вот всего остального, типа уровни, своего собственного уровня, своих навыков, это да, это максимум. Здесь число 27, оно немножко особенное. Potion of Curing. Там кто-то с Сайленсом бродит. Я не хочу к ним стрим встречаться. Представляете, как я без Сайленса буду себя чувствовать? Я буду себя чувствовать очень-очень ничтожным и бесполезным. Но это нечто с Сайленсом. Оно потихонечку приближается. Что такое за мной гонится? Врач Стар. Выглядит легкой. Иммуны у нее полную хостал энчантментом. Пришлось забить ее вот так вот. А то кто знает, что она из себя представляет. Ага, а вот и портал, который ведет из Абиса. До свидания. Побегал я тут с вами. И решил, что, в общем, ну его нафиг. По-моему, резиска мутировала или показалось.
Transient Mutations? Что это? Да-д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 а. Что это такое? Как это перевести вообще? А, кратковременные. Это временные мутации, которые пройдут. Ух, аж страшно стало просто. Та фиолетовая звездочка вешает временные мутации. Ага, вон оно что. Вот что он нашел. От обычной брони золотого дракона отличается только резистом к магии, говорит Веритас. И дает ссылку на артефакт Armor of Dragon King. Ну да, я понял, что это та броня. Редиска сейчас превратится в салат. Нет, не превратится. Музыка не из Арканума. Нет, эмодзи, музыка играет не из Арканума однозначно. Это какой-то Merlin's Magic The Heart of Reiki. По крайней мере, так пишет у меня плеер. Ух, временные мутации. Не надо так пугать мою редиску. Давайте, знаете, пойдем в ЗОД. Я хочу в ЗОД сходить, проверить, насколько там страшно. Или не, даже не в ЗОД. А вот мы сейчас можем попробовать здесь обойти. Вот, вот этот вот мини-хелл попробуем пройти. Так вот тут хелл сверхогненный. К нам, у нас с другой стороны резист к нему есть. Фига себе, сейчас такой резист огребу вообще. Сам пожалею. О, убили. И этого тоже убили. Какой там резист, говорит Хурдес? Как... А, в смысле, какой там резист? Резист плюс 2. Два плюсика у нас висит резиста. Это на самом деле не так много, как могло бы быть. Но даже ничего. Все. Что-то все фигово. Идем вниз. Еле выжил просто. Это было адово. Адские эльфы, адские демоны пытались меня убить. Но я выжил. Смог. Давайте посмотрим, что произошло. Не сюда. Скролл ремов Кюрсом. Один сгорел. И два свитка телепортации. А, не, один из двух свитков телепортации. Жесть. Море и столько барлогов не сдвинулось, говорит Вайпер. Редиска круче Гендальфа. Да уж, только You Shall Not Pass не хватает. Поднимемся здесь, с другой стороны. Хе-хе-хе-хе-хе. И убиваем легко и непринужденно. Так, понятно. Что-то все здесь склонны к какой-то огненной магии. Поедем с другого захода. С другой стороны зайдем. Сейчас с нежитью будем сражаться. Опс, личи проснулись. Личи, трюхачи, идите сюда. Личи на самом деле опасные противники, потому что они могут доставать довольно-таки такую высокоуровневую магию. И вполне меня разбирать какими-нибудь заклинаниями, садовым дамагом. Поделись удачей, отдай, говорит Вайп. Ты хочешь сказать, мне повезло, что я на последних 13 хитпоинтах сбежал оттуда? Вот, да, ты прав, конечно. Это точно. Ясный живуч, пишет Дендер. Дендер. Живуч, конечно. Что сказать. Сколько тут всех понабежало.
Давай, костяной дракон, ты сможешь, я верю в тебя. Ну, дружок, что же ты не хочет? Хитер, а, хитер. Знает, что если немножко порезистит, я просто возьму и сбегу, других вариантов у меня нету. Вот мы по этому спуску еще не спускались, вообще не спускались, заметьте. Скоро же мы к концу заходим. Да. Могут ли они видеть невидимое? Нет. Да. Нет. То есть один единственный не может видеть невидимое, а все остальные... О, то есть один может видеть невидимое, а остальные не могут видеть невидимое. Можно, конечно, инвиз заюзать, получить очередную мутацию. Кстати, что у нас там с мутациями? У нас прошли те мутации временные, которые были. Я чуть не заснул, говорит Варникс. И тут Дайс говорит, ксенодракон. Ксенодракон. Костяной дракон на самом деле. Ха-ха, моя маленькая армия, сражайтесь с лещом. Опс. Но что-то у них не очень получается. Придется им помочь. Подняться наверх. Что-то совсем не получается. Жесть, догнала меня все-таки эта арба. Это почему-то какая-то читерная арба, она далеко была от леща, но все равно продолжала лететь за мной. Етить! 15 хитпоинтов. Сколько там урон нам несли, я даже вообще боюсь считать. Нет, я еще жив. Нет, ни гуф, не надо. Сейчас нужно подумать, как быть. Икзаракун Фан говорит, о, как я всегда вовремя как раз на гуф. Не-не, ни гуф, нет еще. Рано радуешься. Блинкуй. Ну, можно блинковать, конечно, но я грибу очередную... А, нет, я не могу блинковать. Я могу только неконтролируемо блинковать. Без контроля туда, куда я перемещусь. Так вот. По дороге летнем. Так вот, там не вдвоем все равно получается, а в одиночку шел Сприган. Встретил дракона, чуть не помер, убил его и чувствует себя про! Про Сприган! Да, детка, это Спарта. А ты как думал, дракон убьешь? Ха-ха! Ни хп, ни маны, это гуф, друзья, говорит Экзаркун. Сейчас тебе гуф. Размечтался, я его урбом в дистракшн заюзал и все. Ну не может так же вести. Вести? Вести? Ты понимаешь, что мне не везет на эквипмент, мне не везет на книги, мне вообще ни на что не везет. А, амулет резист коррозион, кстати, неплохая штука. Для того, чтобы мы могли сходить в слайм пит, что нам нужно? Резист коррозион. Резист мутейшн, наверное, нужен еще. Одновременно мы их надеть не можем. Очистил Гнольскую крепость, а в конце нашел ручного жука в клетке, говорит малоглологом. Ну-ну, поздравляю. Теперь у тебя есть ручной жук.
Надась, тебе не везет. Это просто мобы тебя жалеют. Поэтому... А, потому что тебе Некромикон не достался. Да, Вайп, я чувствую, они меня жалеют. Они чувствуют жалость к малышке Спригну. Он такой же няшка маленький вообще. Бегает классненький. Так, давайте найдем, где эти мерзкие лещи были. Пойдем назад. Что такое Визард? До свидания. Шел-шел Визард и умер. Обычная, кстати, история. Угу. Искундер Мистик Бласт он заюзал. Или как там этого зовут, волшебника, которого мы ограбили. Но оказалось, конечно, что грабить там толком-то нечего. Мы сегодня бывали в Визлаве, если кто не в курсе. Визлав — это лаборатория одного из волшебников. И их несколько разных есть типов. Так вот, в одной из них мы побывали в лаборатории волшебника, который занимается изучением конжурейшена. То есть магии разрушения такой. Форма статуи нужна, говорит Аспет. Зачем? Я просто на самом деле слаймпиты плохо представляю, как проходить без оружия массового поражения. Вот со всякими там... фаерштормами, со всякими толпами драконов, когда вы стоите где-то вдалеке и вас не трогают. Вот там легко достаточно. Там вообще можно без резистов проходить. Так. Откуда вы взялись? Вас только что здесь не было. Стаббинг с 19 левела поднимается. Прекрасно. Больше стаббинга для убийства орков. У тебя мутация гниения после Абиса появилась вроде. Нет, эта мутация у меня была... Вот это your body is slowly deteriorating, то есть то, что мое тело постепенно разлагается. Она была у меня до этого. Я ее получил, честно говоря, даже не помню как. По-моему, от contamination какого-то. То есть накастовался тут всякого инвиза, контролит блинка и огреб. Мутации вылечил? Нет, мутации я не могу вылечить, у меня нечем. Давайте вы сейчас быстренько надышитесь всякой ерундой, типа такого вот газка, нюхните его. Поглубже вдыхайте, да. И я вас убью легко и непринужденно. Здесь у нас находится маленький офис отделения Айронхелла, по сути. То есть железного физического ада. Где вам за то, что вы грешили всю жизнь, каждый день ставят специальное ведро гвоздей. И, собственно, применяют по назначению. Причем таких гвоздей ржавых, огромных. Берут вам и заколачивают их. А заколачивают вот такие вот железные дьяволы. Там сейчас на самом деле всякого этот эльф. Знаю я их. Тем более он не один. Вышел приста этого. Прирезали. Прокачай Квейк и воруй руны, не убивай героев. Это заклинание рушит нерушимые стены, говорит Марвел. Нету такого. Ой. Сейчас. Квейк. У нас такого заклинания я нигде не видел. Вихумед как бы намекает. Дайс, ты же хочешь стать последователем Вихумеда. Invenomations. Отстой полный, вообще не книга. Проклятый Баклер нашли. Ну,
такая штука последней бесполезности. Самое главное, Икотавра первым делом убить, потому что Икотавра очень сильно стреляет, больно довольно. Так, а вот этого друга нам нужно убить Ормом of Destruction. Ну, трех штук хватило, прекрасно. Шатер, в смысле, говорит Марвел. Шатер? Шатер Altar of Ashenzari. В общем, алтарь разбитый есть, а с шатера как такового нету. Застрелим его. Айроншоты рулят. Так, теперь... этого тоже убьем. Этого отвлечем. Давайте его поближе подведем. Все, готов. Кафтан бесполезности бы дали, говорит Ксел. Мне шапку бесполезности и все остальное бесполезности дают. Мне, по-моему, постоянно только дают айтемы бесполезности. Великой и... Так, и что это я хотел сказать еще? Не знаю даже. Ладно, нужно убить этого драконина. Точнее говоря, дракона даже, не драконина. Вечно их путаю. Всю ману потратила. Неприятно-то. Вот уже и вход внутрь, в самый центр. А в самом центре, наверное, здесь какой-нибудь лут найдем классный. По крайней мере, мне хочется в это верить. Алтарь. Врата закрытые. А здесь какой-то портал был, а я им не воспользовался, походу. Вызываем симулякрум поближе к нам. А ты без голода. Орбы кастуешь? Да, орбы без голода кастую. Вот у меня вообще ни на одном заклинании нету голода. То есть все заклинания до 7 уровня включительно у нас кастуются без голода. Это значит, что когда мы кастуем заклинания, то на них не расходуется наш запас энергии. Так, еще одного убили. Эльфики здесь сюда. Правильно, встать на огонь это самое то. Все так делают. Уф, еле забили его. Григори, ясно, чтобы не погасло. Еще один эльф появляется. Очень опасный. Давай сюда, подходи ближе. Все, еще одного убиваем. Готов. Свитки, свитки, свитки. Свитки, это, конечно, неплохо. Вот свиток Кьюрмента, это было бы круче. Что за дракон? Ну-ка. Iron Dragon. Выглядит опасно. Но... я, в принципе, согласен. Давай, дракон. Hellhound убивай. А, убил. Или не убил, не знаю, в общем, там. Как бы то ни было, я, пожалуй, отступлю немножко. Теперь кастану у него орб. Еще один. И последний для профилактики. Готов. Сет бесполезности. Особенность нельзя снять. Обнуляет все скиллы, говорит Ксел. Ты нафантазировал или что? А тебе за игру всего один Cure Mutation попался, получается, говорит Вайп. Да, один единственный Cure Mutation попался. Больше не было. Так бы я уже, конечно, снял бы с себя всю вот эту дрянь. Так,
Ждем, ждем, пусть сами подходят. Я не хочу подставляться под всяких эльфов, которые там самнят прочую чушь. Не хочет умирать-то, не хочет, а? Ладно, как хочешь. Я тебе предлагал умереть, но ты отказался. Давай сыграем с тобой в другую игру. Я убегу и все. Ты умрешь в другой раз, тупо. Ну вот этих вот... Что это вообще такое? Балрак. Маны нету. Опасности. Внимание, внимание. На нас напали балроги. Нужно срочно сваливать отсюда. Там еще эльфы, все. Вот, в общем, восстановил я ману. Уже чувствую, что голодаю от всего этого веселья. Безудержное веселье просто. У тебя пот и маны есть, говорит Вайп. Так он нужен мне на экстренный случай, когда я не могу никак сделать ничего без пота маны. Я сейчас заюзал пот маны просто так вот, по фану. Это был бы, конечно, очень плохой ход, ужасный ход. Iron Devil, где там Iron Devil? Ага, вижу. Привет дипэльфу-нимхилятору, который умеет кидать кристаллическое копье в мои 130 хитпоинтов. Какая у меня раса? Раса Сприган, маленький коротышка Сприган, который бродит по подземелью и всех убивает во сне. По имени Редиска, кстати, Сприган, так что... Я что знаю, редиски бывают опасными. Читерский Сприган — самая халява, говорит Марвел. Марвел, пожалуйста, покажи, как ты проходишь читерным Сприганом самой халявой. Я очень хочу посмотреть. Очень интересно, потому что очень многие говорят, типа, вот халява, все дела. А тут стараешься, выживаешь из последних сил, пытаешься как-то затащить. А тебя вот какой-то халявой тут развозят. Кто тут рядом у нас? А, маленький жучок, привет. Прошел, собрал 10 рун и запил, говорит Марвел. Ну, явно не с Приганом проходил, чувствую, вот. Ну, что в 10 рун пройти, это несложно, когда вы играете за мага. Хиллунс, Бриллианс, окей. Так, стоп. Вот это очень опасный тип. Там 57 хитпоинтов. Хорошо, что на мне перманентно Рипл Мизлс висит. То есть, такой репеллент против всяких укусов с дистанции. Вроде как Сприган легкий считается, говорит Хуртас. Он легкий поначалу, у него... Нет, точнее говоря, он легкий в середине, потому что поначалу у него проблема ваншотности очень остро стоит, и поначалу его очень легко убить одним ударом. А под конец у него появляются проблемы с тем, что вот дефолтный билд в стаббинг, для которого, по сути, Сприган очень хорошо подходит, он становится очень сложным, потому что ввести в замешательство становится очень сложно. И все сопротивляются. Адово сопротивляются этому. Убили. Теперь самое главное подождать, когда контаминейшн спадет. Потому что еще кастовать буду сейчас. Это плохая идея. Да. Да, это очень плохая идея. Ищем другой выход. Например, вот этот вот. Ждем, когда Combination пройдет.
прошел, называется. Будем бить вручную, естественно, потому что с контаминейшном что-то кастовать не хочется совершенно. Что еще за жесть? Давай, умирай. О, о, другое дело. Unaffected? Ага, все понятно. Теперь убили и идем ниже. Да, тебя сейчас по стенке размажут, говорит Варникс. Варникс, что, серьезно? Не знаю, не видел такого. Врешь. Просто стараешься убить всех, качаешь шатер, воруй руны и все, говорит Марвел. Воруй, убивай. Хорошая, кстати, на самом деле стратегия. Очень эффективная, главное. Куда эльф ушел? Ну иди сюда, дорогой, подходи ближе. Какой-то опасный очень тип. Вот эти эльфы, они огромный вейт умеют, поэтому их бить, например, айроншотом бесполезно. С другой стороны, ох ты, шортсворд, который дает пейн, резист к электричеству, поизну к... Dexterity, Invisible Stealth. Ух ты, слушайте же, вот это меч. Вот это прямо супер. Что мой текущий меч дает? Он дает резист к файру. Инту. А этот не дает инты, резист к файру. Он дает резист к поизн, который мне не нужен. Резист к электричеству, который мне не нужен. Dexterity, Invisible, который мне не нужен. Но слишком очень много ненужного здесь, наконец. Да, на этом мече очень много ненужных вещей, к сожалению. А так, в принципе, штука неплохая. Вопрос по механике игры. Что делает красное широкое поле вокруг некоторых предметов в игре? Оно говорит о том, что в этом месте... Вот я сейчас покажу даже. Берем какую-то клетку и ставим вот это поле. Что в этом месте запрещено передвижение. То есть мы как-то помещаем то место на карте, куда опасно заходить. Обычно так помещаются какие-то стационарные монстры. Например, спящие монстры. Я помещаю их так сам лично. Или так помещаются автоматически разные статуи, которые очень опасны и издалека могут вас расстрелять. В общем, игра говорит, не подходи сюда, как бы. И автотревел не работает, соответственно, вы когда пытаетесь зайти на это поле, то игра вас, во-первых, предупредит, что лучше туда не заходить. Спросит, действительно ли вы хотите зайти, если вы автотревелом идете. Так, ладно. У этого, по-моему, какой-то резист есть к яду. Как бы так ни было. Давайте убьем его просто. Этого тоже. Ты долго еще будешь на 22 уровне, но когда только я его обследую полностью, всех убью здесь, залутаю все, что только можно, тогда да, его закончу. Убивать всех нет никакой нужды, говорит Марвел. Ну да, я понимаю твою стратегию, она заключается в том, чтобы быстренько прибежать, хапнуть что-то и свалить. Для Спригана это, в принципе, неплохо, за счет того, что у него стелс высокий и скорость. Какой-то жесткий уровень, уже полчаса по нему дай сбросит, говорит Хмузулен. Согласен, уровень не сладкий. Типа ли аннихилятор. Ну иди сюда, дорогой, я знаю, что ты видишь меня. Да, с одного удара убить типа эльфа аннигилятора. Этот мой забег, забег за данного Спригана, он можно, его даже можно охарактеризовать, знаете как? Смерть дип-эльфом-аннигилятором. Вот. Это даже месть, а не просто смертьем. Потому что как-то был у нас Сприган, который зашел в эльфятник 3 уровня, ну и там начал эльфов резать, бить. В результате это все закончилось тем, что эльфы его сами зарезали.
Понятно. И здесь нам не рады. Но одного забили, а других будет легко убить уже. Так, две маны, чтобы не заюзать сон. Вот так вот, спи, моя радость, усни. Пусть тебе снятся. Опс, Хелион. Так, понятно, тикай, хлопцы. Гелион, это опасно. С Гелионом я бы не связывался. Мстишь за предыдущего персонажа? Ну, это не предыдущий персонаж, был один из предыдущих персонажей. Вообще, да, мщу, конечно, и мстя моя, она такая... Ох, бывает, смотрю запись стрима, говорит Варникс. А дай что-то невидимо, а ты видишь и бегать. Чё-чё-чё? А дай что-то невидимо, а ты видишь. И багет. Багет? Хорошее завершение фразы. Дай что-то невидимо, а ты багет. В общем, так нужно, собственно, её читать, видимо. Я, конечно, немножко так как-то подсознательно пытаюсь... Ну, что-то чувствую интуитивно, что хотел сказать нам Варникс, но... О, Хелион сразу же умер. Так, ну и... В общем, все равно лучше пусть напишет что-нибудь более понятное. Так удобно, мстишь, пока не умрешь, говорит Кризис. А потом следующим персонажем мстишь за мстящим, ну и так далее. О да... О да, мстя она такая. Сладкая-сладкая мстя. Сейчас по периметру все обойдем, посмотрим, мы тут ничего не забыли. Слушайте, мы тут просто дофига все забыли. Там вон Немилекс стоит, которого все так любят. Не то чтобы реально все. Ну, вот это любят точно все. Mythic Cloud. Звин. Очень хорошее заклинание, которое с самых ранних этапов, то есть на первых уровнях, работает уже хорошо. И до самого конца. Дешевое. Массовое. Так. На этого конфьюз нужно наложить. И вот на того конфьюз очень нужно наложить, но, к сожалению, не получается. Давай, 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 друг. Зайди в лаву, что ты ждешь? Лава рядом. Нет, не хочет он в лаву. В общем, какой-то неправильный эльф. Сколько рун уже собрал? Совет, я собрал 3 руны. Сейчас тебе даже покажу, какие. Я собрал руны, которые были на болоте, которые были в Волте и в Логове Пауков. Вот, вот эти штуки. Угу. Забиваем эльфа. Просто бывает, что ты не видишь какую-то важную вещь, говорит Варникс. Или что-то пропустил. А я вижу, у меня пукан-бамбан. Бывает, на самом деле, я сам бывает иногда пересматриваю вводы, и я вижу что-то такое, чего я сам не замечал, когда играл. Это происходит по той причине, что когда смотришь, то у тебя не занято, по сути, внимание тем, чтобы рассказывать что-то зрителям, чтобы самому как-то контролировать персонажей и так далее. То есть ты свободен от очень многих дел, которые отвлекают тебя от того, что ты вот не замечаешь. А когда смотришь потом, да, думаешь, действительно, вот как же так не замечаешь. Бывает. В этом ничего странного нету. Что же ниже будет, если D22 так тяжко идет? А, я уже до 27 уровня спустился. Это единственный уровень был, который я пропустил просто вот. Почему я его пропустил? Ну, это довольно сложный вопрос. Почему я еще мог его пропустить, если только не из-за того, что здесь все пытаются меня убить просто тупо. Здесь очень сложный уровень, реально сложный.
Вот здесь эльф-ангилятор убиваем. Следующую порцию эльфов давайте в Мифити Клауд запустим в них. Так. А тут, видимо, центральная комната, в которой лут находится. Ну, как бы это очевидно. Шестой свиток Блинка, говорят. А, точно, у меня свиток Блинка появился. Вот я его реально не заметил. Пойду я, пожалуй, отсюда, раз такие дела. Сейчас сожгут у меня свиток Блинка. Представляете, какая будет жесть. Ну, нет, все равно вернусь, экстрим. Скажи, сколько стримить будешь. Нужно посмотреть, если еще долго, то посмотрю. Если немного, то пойду запись смотреть, говорит Чпоки. Да немного, я сейчас думаю, вот этот уровень дойду, зайду в сокровищницу и на этом закончу. То есть, собственно, осталось-то вообще чуть-чуть. Добить последних эльфов, забрать лут и сбежать в сокровищницу. Выкинуть свиток? Да, можно выкинуть свиток. Если выкинуть, его может какая-нибудь желешка съесть. Давайте выкинем так вот. Осторожненько. Так, что еще мы тут видим? А вот он, мимик. Давай, иди сюда, иди сюда. Уклоняется еще какое. Chunk of Elf Flash. Фигня. Gateway to Hell. А, вот собственный вход в ад. Нашли мы его, так скажем. Наконец-то. Ну как нашли, он, конечно, есть в других частях подземелья, но здесь было очевидно, что вот это представляет собой мини-версию ада. Вот этот уровень. Здесь есть отдельно все 4 бранча ада. Они как-то так расположены очень удачно. Амулетов Resist Mutation, по-моему, у меня есть уже. Он нам не нужен. Понятно. Potion of Mutation. Potion of Cure Mutation. Две штуки. Две. Господа, вот это реально хороший лут. Вот он, настоящий лут. Cure Mutation. Так, все. Тут самое главное, не потерять эти поушены теперь. Потому что Cure Mutation я просто прямо сейчас выпью. Так, где у нас Cure Mutation? Так, давайте посмотрим. На Mutation у нас 4 плохих мутации. 4 штуки. Пьем Cure Mutation. И все проходит. Прекрасно. Можно сказать, заново родился, наконец-то. Еще один Potion of Cure Mutation, я думаю, сохранил этот случай, если у нас опять появятся какие-то мутации очень неприятные. Что делает красное широкое поле? А, так это я считал уже. Это хардкорный режим, что ли? Смерть перманентная? Да, муп, здесь нету никакого хардкорного режима. Он один-единственный, точнее говоря. Здесь нету не хардкорного режима, если так выразиться можно. Тут можно всегда играть только одна жизнь, одна смерть. Воскрешаться, сейваться, как ничего нельзя. А, наконец-то. Я теперь могу снять кольцо, которое нам дает sustain abilities. Но здесь кольцо, которое дает нам интеллекта плюс 5. Хорошо. Книжки. Levitating Book. Прочитаем ее. Книга глины. Форма статуи, Аранжшот, Пас Волстон, Скин. Так себе. Еще один посох ченнелинга. Уже проклятый, кстати говоря. Неплохо. Его проклинать не надо. Brilliance. Читаем вторую книгу. Давай, Синхрономикон. Не, книга льда. Condensation Shield, True Icicle, полный отстой.
Идет такой дайс, тут бац, и лопается эликсир, говорит Варникс. Не, я выпил же его, че? Как раз по этому случаю взял и выпил. Теперь нам нужно найти свиток Блинка. Так, Блинк. Вот. Перегруз, представляете, у нас уже перегруз. Давайте съедим, например, какой-нибудь абрикос. И перегруза как не бывало. Теперь идем в лейер на первый уровень. Все, ребят, до свидания, до свидания. Я с вами дело иметь не буду. Поехали. На книге реально не везет, говорит Гамбитсус. Да, я мог давным-давно уже Некрономикон и все остальное найти просто так, чисто на рандоме. А единственное, что книгу аннигиляции я нашел исключительно благодаря свитку. Пришлось ее запрашивать отдельно. Че, все, сбросил? Нормально. Поушены. Мутейшн, кир, мутейшн, кьюринг 5 штук выкидываем. Агилу, ресторабилитис 1. Из этих 1. Бриллианс все нафиг. Из этих 1. 6 свитков сюда. Сюда, сюда. Скролфир, блинкинг. И вот они, наши 6 свитков блинка. Наконец-то. Wand of Confusion выкидываем. Нафиг не нужна. 2 скидываем сюда. Амулет. Еще одно кольцо плюс 4 протекшена. А, нет, это просто кольцо плюс 4 протекшена. Мне показалось, что нам не найдет это кольцо протекшена. Привет, Бензус. Я тут потихонечку путешествую в подземелье в поисках лута, и как-то не очень везет. Неужто сокровищница за свитками? А, за свитки. Да-да-да, туда пойду. Когда следующий стрим на каменный суп? Посмотрим. Ближайший не обязательно будет. Чтобы вы были в курсе, когда будет следующий стрим, у меня есть Twitter и тема на форуме, где я регулярно делаю анонсы. Так что можете подписываться и всегда быть в курсе, что к чему. Я посмотрел, говорит Зитов, нашел бутылек от мутации. А, просмотрел ты. Да, да, я нашел 2 бутылька от мутации целых. То есть я снял все текущие мутации. Сейчас я еще сниму кое-что. Давайте свиток Кёрс Джевелер возьмем. Колечко возьмем на интеллект. Так, надо так открыть. Intelligence плюс 5. Вот этот вот. Интересно. Сейчас, если мы его снимем. Так. Sustainability. Где у нас кольцо? Выпей банку на плюс дексу. Да, точно, точно. У нас же есть банка, которая перманентно добавляет. Гайн Декстерити, вот этот вот. И Пушин. О, пожалуйста. У нас есть мутация, которая дает перманентно плюс 1 дексту. Но если мы, конечно, выпьем еще один Cure Mutation, то у нас вот этот Декстерити пропадет. Так что Potion лучше пока не тратить, даже если мы получим плохие мутации. Так у тебя есть неопознанные книги, ты не узнаешь, что это некромикон, если некромантия меньше нуля. Но Лаглоланг, у меня нету ни одной неопознанной книги. Если бы у меня была книга, которую я не могу опознать, мне бы написано было, что это beyond my level of understanding, то есть за пределами моего понимания, тогда бы я просто свиток идентификации бы потратил на это. Круто, что не один сразу, а 2. Попробую получить нормальную мутацию. Нет уж, я все, я в такие игры больше не играю, потому что я сейчас, например, получу какую-то мутацию плохую за счет поушена мутации, там, 50 на 50, это такая, знаете, монетка просто. Заюзу этот поушен, а потом мне уже будет никак, собственно, снять мутации, которые позже появятся. Они появятся, я вас уверяю, там, какой-нибудь Orb of Fire возьмет нас, замутейтит. Перманентные статы от поушенов не лечатся Cure Mutation, говорит Профистайл. Ты уверен? Вот эти синие не лечатся, а серые мутации лечатся вроде бы. Ну, я не знаю, надо, конечно, попробовать это проверить, поэкспериментировать как-нибудь на другом персонаже каком-то.
Потому что я с такими поушенами не сталкивался, вот как ни странно, сколько ни играл, ни разу не находил поушенов, которые давали перманентные декстерити или еще что-то такое. Ну что, надеваем кольцо. 33 интеллекта. Оп-оп. Давайте сейчас попробуем замеморазить что-то отсюда. Сколько заклинаний. Вот, например, посмотрим описание такого заклинания, как Crystal Spear. Hunger, no. Есть, я могу теперь заклинание 8 уровня юзать. И при этом никакого голода. А что у нас есть 8 уровня? Chain Lightning, Crystal Spear, Disjunction. В общем-то, все. Жаль, конечно. Пока вот так походим. И что же мы делаем? А, да, я же свитки все не выбросил лишние. Вот этот свиток не выбросил почему-то. Сам не знаю почему. Нужен Firestorm. Да, Зитуф, я знаю, что нужен Firestorm, но, к сожалению, с Firestorm проблема. Если я буду пытаться заморозить Firestorm, то прокачать его, конечно, прокачаю. Там Fire Magic надо качнуть и прочее. Я могу трансферить свои знания из других школ магии. Так, давайте посмотрим description. Голод, 3 палочки. 3 палочки — это плохо. И у меня два варианта. Либо найти что-то, что дает еще больше интеллекта, и голод уберет на Firestorm'е. Ну, это теоретически, конечно, реально. Либо второй вариант — найти некромутацию. Что-то одно из этого поможет решить все мои проблемы. Выучи кристаллическое копье, накажи им эльф-аннигилятор. Это будет полная победа, говорит Вайп. Нет, ну, к сожалению, мне это не нужно уже. Кристаллическое копье — это тот же самый айроншот, который, в общем-то, учить бессмысленно. Ну, нафиг. Это лишние слоты просто забивать у себя в памяти. Давайте посмотрим, где у нас находится Secret Trove. На D17 нам нужно. На 17 уровень. Поехали туда. Так, где у нас этот Secret Trove? А, вот он рядом. А вот и Secret Trove. Знаете, что радует? Что здесь очень много всего. Dickstein та Керс. Супер просто вообще. Плевать, что Керс у меня как раз, собственно... Air Electro, Air Cold, Strange плюс 2. Слушайте вообще. Book of Ice. Полный отстой. У нас такой же есть. Bottle Tefrit не нужен, это тоже не нужно. The mutation can be removed by the normal mean. A portion of cure mutation, Zinskirl mutation ability, говорит. Can be, да. Да, может быть убранная мутация. Ты, видимо, говоришь про те мутации, которые добавляются поушеном, ясно. А спец ставит Jackie Chan Face, типа ВТФ. Ерунда. Risk corrosion, contamination, отстой. К сожалению, вот это придется выбросить, хотя резист коррозион — это хорошая штука. Nagger of Flaming нам не нужен. Amulet of Rage. Positive Energy. Ну, такая очень сомнительная штука с маленьким армор-классом. Но зато странжу точность добавляет. Неплохо, но могло быть лучше. Самый единственное, по сути, действительно хорошее, что здесь есть, это вот этот вот плащик, который дает диксту инту. Инта, потому что это хорошо для меня, это очень хорошо, плюс 4 инты. Вот, а остальное все полный шлак. Вот колечко так себе, честно скажу. Контаминейшн на предмете теперь срабатывает только когда снимаешь. Возьми предмет, говорит Марвел. Ладно, возьму. Чего уж там. Нагрофлейминг возьму даже. Не знаю зачем, но возьму.
Все, исследовали все, что здесь есть, и возвращаемся назад. Ну вот сейчас, по-моему, почти без голода сможешь фаер-шторм кастовать, говорит Вайп. Сейчас проверим. Всегда бери интересные вещи в комнатку чудес. В смысле, из комнаты чудес, наверное, ты имел в виду. Ладно, уходим отсюда. Естественно, наш резист к яду надо заменить, потому что у нас есть еще один источник резиста к яду. А два источника резиста к яду, они бесполезны, бессмысленны. Одного хватит. Так, берем свиток, который убирает проклятие. Скидываем 29. Два у нас останется. Так, сюда вот это кольцо положим. С резистом электричества и холоду. Сейчас на нас надето какое кольцо? Давайте глянем. К резистам электричеству, к яду, да, вот у нас как раз к яду резист нужен с этого кольца. Мулет Рейджа туда же, этот тоже сюда. Броню в топку. Да, броню в топку, конечно же. Ну вот сейчас, по-моему, почти без голода сможешь. Да, это я читал. Да-да-да. Что еще можно выкинуть? Оружие. Это бесполезный кинжал, не знаю, зачем я его подобрал, даже не представляю. Что еще? Все, снимаем проклятие с вот этого нашего плаща. К сожалению, у нас армор класс упадет. Да. Потому что вот здесь плюс 2, а здесь плюс 0, и это артефакт. Фигово, конечно, но зато у нас и вижен повысился за то, что у нас декстерити стал лучше. Пробуем, смотрим, что у нас с фаерштормом. Ну, единица. Вот чуть-чуть не хватает. Представляете, вот тютельку абсолютно, вот что-то еще на интеллект найти, надеть. Да, вот прям вот найти что-то, чтобы его кастовать направо и налево, я бы счастлив был, честно скажу вам. Это был просто вином полным. Фейспалм, говорит Млоглолунг. Ага. Те говорили, что 38 НТ нужно для безголода. А у нас сейчас 37. Одного интеллекта не хватает. Трэш. Ой, супер просто. Не, с голодом проблем будут, потому что пищи у нас почти нету. Больше я поднять ничем не могу. Могу, кстати, взять в руки став какой-нибудь. Есть ли какие-то посохи, которые голод снижают? А, нет, они процентно снижают голод, к сожалению, не поможет. Роба с НТ не продается нигде, вот если продавалась бы. Если была роба, я бы уже давно носил. Давайте глянем. Позитив энерджи. Of Cloud, это я как раз давным-давно носил. Здесь было бы, например, не ты плюс 4, я бы ее сразу же нацепил вообще. И плевать на этот резист к фаеру. 37 НТ это один голод с каста, говорит Марвел. Нет, это совсем не один голод с каста. Там не 100%, там вот не такие формулы на самом деле. Хангер. Dungeon Crawl. Ханга. Spellhunger. Тут как раз, собственно. Сейчас, секундочку. Нет, придется прямо на Вики искать. Вот. На 9-м левеле 1000 спеллхангера. У нас спеллкастинг. In spell. In это вот здесь, инта 37. А у нас 27. Да, кстати, один единственный спел, элемент голода добавляет. Одну единственную единицу голода. Круто. Кстати, на самом деле так, да. Спасибо. Марвел прав, действительно. И Вайп тоже. Поиск сделай на робу.
Да хорошо, я просто артефактную робу я бы не пропустил. Но реально, у нас один-единственный вот пункт голода будет этот фаершторм требовать. Ну, значит, реально берем и учим этот фаершторм. Все. Так уж и быть. This spell is too difficult to memorize. Ну, кто бы сомневался-то, конечно. Значит, fighting врубаем. Stabbing врубаем. Conjuration врубаем вообще. Врубаем fire magic. Ну, поехали. Радуга, говорит, сел. Варник спишет мои глаза. Пей бутыль мутации, может выпадет плюс один интеллект, говорит, дитуф. Шанс крайне мал. К сожалению, очень маловероятно. Перекачивай. Да, сейчас перекачку включу. Откуда куда вопрос? Из саммонов, наверное. Из саммонингов мне вообще ничего не нужно. Можно из Poison Magic'а там. Из стабинга вполне. Стелс перекачивай. О да, кстати, стелс это хорошая идея. Но я и саммонинга начну перекачивать для начала. Так. А. Какую обилку? Transfer Knowledge. И Summonings. В Fire Magic. Поздно вообще зачем? Limithetic Cloud на самом деле нужен был, насколько я помню. Для Spider... О, нет, не то. Так, где у нас список наших заклинаний? Да, Мефити Клауд и все. Больше ни для чего вообще, ровным счетом. А, вот Toxic Radiance еще есть, но он не нужен. Его надо забыть, между прочим. Давным-давно. Где у нас есть амнезия или нет? Есть 6 амнезии. Сейчас давайте посмотрим, какие заклинания забыть можно безболезненно. Корона? Ну, корону я только для того, чтобы привлечь монстров, использую. Гибернейшн и Сорслет тоже уже не юзаю. Конфьюз юзаю, Инвиз юзаю, Энслейвмент очень редко юзаю. Апартейшн, ну, так, утилити спел, который редко когда понадобится. Блинк, контрол телепорта, Шрауд оф Галабрия тоже бесполезная штука. Уже на современ... ну, на монстрах, которых я встречаю, она бесполезна абсолютно. Визи Клауд изредка юзаю на толмах монстров, которые бывают изредка в подземелье, но это вот такой ситуативный спел, который все-таки бывает полезен. Ignite Poison можно забыть, потому что и без Ignite Poison тех, кто этим Ignite Poison убивается, можно убивать так вот. Что там за таблица была, которая испугалась, спрашивает Варникс? Это таблица голода, то есть какой уровень должен спеллкастинга быть и какой уровень должен быть интеллекта, чтобы уменьшать насколько голод от каста заклинаний, вот так вот. Называй книжками, а не амнезией. Да, кстати, а вот книжками тоже хорошая идея, там у меня столько этих книжек. Ох, столько. Repel Measles мне не нужен, потому что у меня амулет юзается, но, возможно, я амулет этот не буду в некоторые моменты юзать. Поэтому можно сохранить. И регенерация тоже редкий гость у нас, но это такая штука на крайний случай. Toxic Radiance в печь вообще бесполезная вещь. Summon Ice Beast. Да, я когда-то собирался саммонинг качать, но уже поздно. Recall тоже не нужен. Recall, кстати, забыть можно давным-давно. Iron Shot, Orb of Destruction. Я бы вообще Iron Shot забыл бы, между прочим, бы один Orb of Destruction оставил. Жаль, что Stealth Char в итоге все равно станет магом. Да я так и планировал. Это изначальный план, потому что Stealth Char не может пройти всю игру стелсом просто так вот. Но это слишком как бы сложно. Можно, можно, но сложно. Чего еще? Чего еще? Вообще много чего можно забывать. Давайте начнем с таких, с проверим, что у нас вообще. У нас 11 уровней, и можно пока ничего не забывать. Что еще, кроме фаерштормов, я могу запомнить? Симулякромов каких-то, не знаю зачем, но можно, при идее. Twisted Resurrection у нас есть, то есть немножко некромантия. Это плохая идея, если мы огонь качаем. Можно фаербол для того, чтобы убивать простых существ, то есть полностью забить на все виды стабинга, стелса,
Ага, вот, это, кстати, идея. Rapid Deconstruction можно заюзать. Шатера, к сожалению, нету. Rapid Deconstruction будет у нас вместо дига. Давай фаршторм и сверху айшторм. Хе-хе. Хитер. Но это сложно. Если мы Fire Magic прокачаем, то Ice Magic сложно будет качать. Она будет с большими минусами, штрафами к прокачке. Ну, в общем, все это, запоминание заклинаний, обучение Fire Magic и прочее, я сделаю на следующем стриме. Но сегодня мы сделали просто колоссальную работу. Я, конечно, планировал немножко по-другому проходить с Приганом, но вот игра, она подбрасывает разные варианты. Чем хороши разные рогалики? Тем, что в них очень много вариативности, рандома, и так или иначе у вас есть куча возможностей, которые вы можете воспользоваться. И мы ими воспользуемся обязательно. Возможно, я сделаю так. Побегаю где-нибудь, потренирую Fire Magic. Надо подумать, где, кстати, еще. А после того, как у нас будет фаршторм, мы пойдем к желешкам в Slime Pit. Во. Как этот жанр называется? Roguelike, да. Игры, похожие на Rogue. Была такая когда-то игра давным-давно, в 80-х годах, называлась она Rogue. И она была родоначальницей этого жанра. В общем, собственно, от нее пошло очень много таких вот замечательных хардкорных игр пошаговых. Что ж, на сегодня это все. Спасибо вам, что были со мной. Ждите продолжения, обязательно будет в ближайшие дни. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, на Twitter. Ну, в общем-то, ссылочки, точнее говоря, название каналов. А на сегодня все. Счастливо, всего вам самого наилучшего. Еще раз поздравляю девушек, если они тут смотрят, кто-то меня с 8 марта. И до новых встреч. Всем пока. С вами был Дайс. Счастливо.